Эмили. Эй, о чем ты там болтал с Эмили? Да так, ни о чем. Сегодня учительница из Принстона приехала. Начала преподавать с этого дня. И там один симпатичный парнишка, так вот она сорвалась до него насчет того. А сколько большой, сколько, в общем, много людей парень не знают, так или иначе. Должно быть, просто у нас идет игнорирование разного рода вещей, в общем, это с рода феномен. Нет, ну, хотя с другой стороны, сама подумай. Если ты говоришь о реверсивном способе обращения с электрическим полем, а именно в этом я хорошо разбираюсь, ты понимаешь, нет, эти штучки могут быть не очень стабильны, это удивительно. Особенно, когда они там, а я не стабилен, я не стабилен. Я дикий бандит. Оливки. Нет, ну, подумай сама. Сначала ты начинаешь испытывать определенные чувства. Тебя подводит твоя интуиция, но тебя не подводит твой инстинкт. Так вот, у меня есть такое чувство, что, так или иначе, любой кризис может быть стабилизирован магнитческим полем, когда один человек испытывает магнетизм, то все начинает кружиться вокруг него. Нет, это, конечно, только предчувствие, с одной стороны, а с другой стороны... Понимаешь, вот именно поэтому я подумал, что геометрия гораздо интереснее, чем вся эта страсть, эта власть, потому что это загадка, надо смотреть на эти вещи совсем другим образом, потому что если ты смотришь прямо на это, ты не видишь, что там. I'm sorry. Ой, прости. Are you hungry? Ты что, есть хочешь? Сейчас ты приготовишь.